Виталий Витальевич, добрый день. Первый вопрос, если позволите. Во время двухсторонки мы видели, как вы общаетесь с Александром Максименко. Разговор был долгий, продолжительный, насыщенный. Можете какие-то детали раскрыть? Ну, в общем-то, не секрет. Я ему напомнил те ситуации, когда вот он полтора года назад приезжал в сборную первый раз. И мы тогда разбирали его ошибки, которые были. И я ему сказал, что сейчас мы ему подготовили видео, где он в этих же ситуациях уже действует по-другому и выручает, что он сделал большой шаг вперед вот в таких ситуациях, когда я проанализировал и все исправил. Так, дальше впереди один матч. Выбрали первого номера, это также Матвей Сафонов, он обязательно сыграет? Матвей точно сыграет, как минимум тайм. Четыре вратаря для одного матча, сборы достаточно короткие. Кто-то сможет отсидеться по ходу сбора? Ну, скорее всего, на игру, как обычно, заявка 3. Просто надо выбрать 3. В каждой игре дается место 3 вратарям, поэтому вот определим 3, и 3 пойдет у нас. Виталий Витальевич, ну, нельзя не спросить, опять же, про Сафонова. Вы уже в интервью говорили, что общались с ним относительно возможного перехода в ПСЖ, но не лично. Сейчас уже об этом лично как-то поговорили? Ну, поздравил в первую очередь. Сказал, что очень рад, что гордимся. Представитель нашей вратарской школы сейчас. Еще один большой клуб, я имею в виду, да. Ну, сказали, чтобы подробнее еще поговорим. И это, наверное, будет после игры. Может быть, по дороге в Минск в самолете. Так уже, что может там быть, что может быть сложного, какие могут быть проблемы. Что нужно сделать для того, чтобы стать первым? Что не сразу, что нужно терпение, что там уровень выше, что надо время адаптироваться. Вот. Потому что там футбол быстрее, мастера. Более мастеровитые игроки. Потому что Донарума, у него опыта больше. Он получил на таком уровне в чемпионате Италии и Франции, что за сборную больше сыграл. Но все это можно покрыть вот за какое-то время. Надеюсь, что вот Матвей все-таки талантливый вратарь, он этот период пройдет быстро. Вот эта адаптация, и он на этот уровень выйдет довольно быстро. Конечно, еще поговорим о том, что будет важно, когда начнет играть, но это уже после. А как Матвей сам, в каком состоянии, настроении, вот этот факт на нем как-то сказывается вообще? Очень уверен, что едет не сидеть на лавке. Прекрасно понимает, что разница изначально есть, и преимущество у Донарумы сейчас на начальном этапе есть, хотя бы потому, что он на этом уровне играет давно и тренируется с этим, на таком уровне давно. Матвею надо будет, скажем так, быстро приспособиться, как это правильно сказать, да, что поначалу, наверное, у него будет дискомфорт какой-то нетронут, потому что будет не успевать принимать решения, настолько там все быстро бывает. Это вот из разговоров с Андреем Луневым, когда он пришел в Байер, и, конечно, первое время у него было тоже так, что там все делается очень быстро. Но когда он приехал в сборную, сейчас скажу, это был конец августа, и прошло уже где-то 2 месяца, это уже был другой вратарь. Причем вратари это незаметно, сами не чувствуют, что они прибавляют. А со стороны это уже видно, это уже другой вратарь. Думаю, та же ситуация будет у Матвея. Когда приедет на следующий сбор, это будет более сильный вратарь, еще более сильный. Какой главный совет, может быть, или рекомендацию вы дали Матвею, когда он туда поедет? Ну, пока не скажу, это останется между нами. И если все получится, то потом, конечно, расскажу, если Матвей не будет против. Виталий Витальевич, в чем Сафонов, на ваш взгляд, сильнее Донарумы? Ну, вот конкретно уже говорил, скажу. Первое, значит, в Европе большое требование. Одно из основных требований – игра ногами. Здесь он точно не слабее, это точно. Я думаю, что здесь он не уступит, а может будет сильнее. Второй момент, значит, чем итальянская школа отличается от европейской, в том числе и нашей российской. А если учесть, что там тренер испанец и от испанской, а что там тренеры вратарей учат голкиперов делать наугад.
в ситуациях, когда нападающий оказывается с глазу на глаз. И им говорят, надо наугад, надо предугадывать. Я знаю, что и французы, и испанцы это не приветствуют. И в этом плане Матвей тоже, у него это качество очень сильное. Он играет именно по мячу, он не гадает. И я думаю, здесь тоже у него тоже есть большое преимущество. И тренер испанцев, это тренер вратарей, который испанец, с ними работает, он это оценит. Вы готовы, может быть, он просил, или вы проявили готовность помогать ему, когда, если и когда он будет играть в ПСЖ? То есть там звонки, может быть, советы? Просто... Ну, мы об этом не говорили, просто это, как сказать, это само собой разумеющаяся вещь, потому что мы все эти 3 года, вот, которые работали вместе, мы поддерживали, скажем так, вот эту связь после каких-то игр, когда что-то не получалось, наоборот, когда получалось, болели, это... Я думаю, оно так и останется. Не должно оно прерваться, во всяком случае. В целом, если говорить про Матвея Сафонова и широкую широкую линию вратарей в заграничных клубах, можно ли говорить, что как раз российская вратарская школа остается одной из лучших в мире? Мы сейчас так не можем сказать, потому что нет международных игр, к сожалению. Я могу только сказать, что вот по этому сезону, давайте я так какие-то цифры приведу, какие-то факты, чтобы из которых последует вывод. Первое, это, наверное, впервые в этом сезоне вратари так часто назывались лучшими игроками матча, если вы заметили. Очень часто. И, наверное, это больше, чем в любом сезоне. Может быть, даже это столько, сколько за 2 предыдущих сезона. Вратари очень много игр выручали, очень много приносили очков почти во всех командах. Если возьмете, я там не говорю, там и Шелли, и Белинов, про Латышонка я Женю вообще там молчу, сколько он им очков принес. Вот. И вообще, если бы сейчас были Еврокубки, очень хотелось бы посмотреть, потому что первая пятерка команд, все вратари отыграли очень хорошо, и уверен, что они в Еврокубках бы себя показали. К сожалению, мы сейчас не можем сказать, потому что этих игр не было. Есть просто такая уверенность, потому что Саша Максименко лучший сезон, безусловно, в карьере. Мы с ним об этом говорили. Безусловно, лучший сезон у Матвея. Очень стабильный. И 5 игр за сборную, и в чемпионате. Всего 1 ошибка. Илюша Лантратов также 2-й сезон подряд уже играет хорошо. Поэтому вратари играют очень хорошо. И можно сказать, что мы не можем сейчас сравнить с Европой, потому что не играем, но то, что вратари в этом году играли еще лучше, чем в прошлом, российские, если брать в целом, в комплексе, суммарно, то это безусловно так. Вратарь, важно управлять защитой, в этом плане, насколько важно Матвею выучить французский? Очень важно. Ну, вообще, с этого обычно все и начинается. Учатся самые необходимые слова для защитников. Это по несколько слов в день, если учить, то, в принципе, буквально за месяц он будет владеть полным арсеналом, значит, тех слов, которые необходимы в игре. Как оцените прогресс Латышонка в целом? Что можете по нему сказать? Почему покажем? Прогресс тут нельзя говорить, потому что это первый его сезон. Прогресс – это когда сравниваешь с предыдущим. Да, предыдущий в первой лиге, я вообще после предыдущего не был уверен, что он отыграет этот сезон, потому что он не был такой вот яркий и стабильный. Поэтому здесь надо сказать, что это его первый сезон получился блестящий, просто блестящий. Мы не смотрели никогда на место в таблице, и поэтому и включили его в список сборной на последний матч. Появилась такая информация, что он не попал в окончательный список, потому что Балтика теоретически могла принять участие в стыковых матчах. Ну, давайте эту ситуацию проясним тогда. Значит, пришло письмо от руководства Балтики в РФС, что они попросили его не вызывать в связи с тем, что у них там кубок и, возможно, предстоят матчи стыковые. Ходят разговоры, что Латышонок может прийти в «Зенит». Как вы думаете, сможет ли он выдавить конкуренцию в «Зените» за 1-го номера, если все-таки трансфер состоится? И был бы для него это шаг вперед, правильно ему сейчас будет уйти в «Зенит» или лучше еще на год? Очень хороший вопрос, и сам себе его тоже задаю, потому что есть такое слово «первый год», «второй год». Второй год надо подтвердить, и лучше его подтверждать там, где ты был,
Ну, так как они покинули премьер-лигу, то, конечно, там оставаться сейчас, наверное, играть в первой лиге, это будет неправильно для подтверждения, скажем, да, своего мастерства. Конечно, надо идти. И у всех оно по-разному бывает, потому что синдром второго года – это и как и после медалей, так же, как после удачного сезона. Таких много случаев, когда вратари второй год играют не так ярко. Вот для меня это тоже интересно, как он этот сезон проведет. И это тоже о многом скажет, это надолго или нет. И то, что он отыграл сезон блестящий, это однозначно. Как тренер вратарей национальной команды, впереди Евро, какие-то, может быть, особенно там, за кем, может быть, особенно будет следить из других команд, из вратарями, из других команд? Ну, я единственное, с точки зрения могу сказать, как вратари ногами играют, меня вот этот вопрос больше волнует, потому что наша команда играет, Ростов в таком стиле, сборная играет. Если вы заметили, восьмерка команд, начиная через финал Лиги Чемпионов и сам финал, все вратари пытаются играть в короткий средний пас, даже когда прессинг, независимо от счета, независимо от того, что счет 0-0, накал страстей большой, цена ошибки очень большая, но все равно играет. И вот хотелось бы посмотреть, как там будут сейчас играть вратари вот в такой футбол. А можете, вот, может быть, трех, которые сейчас международными матчами следите из вратарей, если вдруг какие-то фамилии особенно? Все играют. Вот сейчас все до одного так играют вратари. Вот. Именно все до одного. Здесь легче назвать того, кто не играет. Вот если брать 8 команд Лиги Чемпионов, точно. Теперь хочу посмотреть сборную. Да, вот как это будет. Ну, на уровне клубов все. И даже вот уже вот-вот ошибется, но все равно мяч не выбивают, все равно сохраняют. В России там ругают Ростов, но мы единственные пока, кто по этому пути идем, и остальные все равно к этому придут, и никуда от этого не денешься. Если мы хотим, чтобы наши вратари, вот как Матвей, чтобы Матвей был, не, скажем, не последним в этом списке, то и тренерам, говорю, вот сейчас собрал конференцию тренеров вратарей в Москве 27-28, мы собирались и сказали, если мы хотим, чтобы нас звали в самые большие клубы, это необходимое условие, этому надо учить. Иначе, как бы мы хорошо не защищали ворота, нас больше никуда не позовут. Это веление времени. Может, возможно, по Сергею Писякову. Общались ли вы с ним после сезона? Завершил ли он карьеру в сборную, как вратарь с уходом из Ростова? И как оцените вот такую потерю? Это потеря для Ростова, его уход? Безусловно, потому что у нас до сих пор нет вратаря. Опять же, по той причине, что мы ищем вратаря, который сможет у нас быть еще и к тому же полевым игроком. Перспективы про сборную завершил, не обсуждали это? Кто будет хорошо играть, тот будет сборной. То есть вы не рассчитываете на Никиту Медведева, как на полевого, ну, вратаря и на полевого, кто может играть? Рассчитываем. Ну, пока это вопрос не сборная. Мы сейчас в сборной, поэтому я сейчас ничего не могу сказать. Спасибо. 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 Спасибо.